Пчеловоды из Тамбова приехали в Люберцы впервые. Пасечники представили на прилавках продукт собственного производства. Липовый, гречишный, киприный, цветочный, лесной, майский, черноклиновой. И это далеко не весь перечень представленных сортов меда. Наш мед от пчеловодов, он натуральный, проверенный, хороший. У нас очень экологически чистая зона, нет химической промышленности, поэтому медочек качественный, проверенный и хороший. О полезных свойствах меда известно каждому. Он является не только лакомством, но и лекарством. Что немаловажно, каждый производитель на ярмарке прошел проверку на наличие всех необходимых документов на содержание пасеки. А из каждой баночки меда была взята проба и проведена экспертиза. Примесей в меде не выявлено никаких, то есть ни патоки, ни крахмалов. Соответственно, у каждого будет заключение на руках. Мед безопасен, примеси в меде отсутствуют, значит, мед качественный. У нас предоставлены различные сорта меда, не только традиционного вкуса, но и своеобразного специфического привкуса. Попробуйте мед Кипрей Донник. Он обладает необыкновенным вкусом. Да, действительно, этот мед необычный и очень вкусный. Глава Люберецкого района и города Люберцы посетил ярмарку и лично познакомился с тамбовскими пчеловодами и их медовым изобилием. Гречишный немножко светлый мед, да? Ну, он начинает уже садиться, кристаллизоваться, да? Поэтому темнеет потом, да? Светлее, наоборот. Владимир Ружицкий рассказал, что он с удовольствием наблюдает за тем, как растет количество производителей, стремящихся работать на торговых площадях района и города. Здесь мой мед качественный, натуральный, такой, какой есть в природе. Это очень важно, потому что мед – это и питательный продукт, это и лечебный продукт, это просто вкусный, сладкий продукт. На выставку-продажу приехали более 10 профессиональных пасечников из Тамбовской области. У каждого из них от 100 до 500 ульев. У одного из лучших глава приобрел несколько баночек любимого лакомства. Семей у меня сейчас в настоящий момент 400 семей. Вот, сортов меда в настоящий момент здесь 8, но фактически их можно даже больше. Вот. Свое дело мы любим очень хорошо. Для пенсионеров тамбовские пчеловоды дарят скидку 10%. А 14 августа приглашают всех жителей и гостей Люберецкого района на православный праздник «Медовый Спас». Здесь пройдет традиционное освящение меда. Анна Троян, Александр Орлов, Люберецкое районное телевидение.